хорошо. Какой он молодец. С добрым утром, дорогие телезрители. На протяжении 2,5 лет люди спят и видят, как на нас натравить кого-нибудь. Ой, кто это? Кто это? Евгений Тепляков, отец 8 детей. Во-первых, оскорбляют нас, постоянно обзывают нас сектой, постоянно оскорбляют меня, постоянно переходят на личность, оскорбляют мою жену. Это надо обсудить. Поехали. Вот безобразие, безобразие. Выйду на улицу, гляну на все. Вау! И мне все. Кто-то с горочки спустился. Это надо обсудить. Поехали. По ниточке, по ниточке ходить я не желаю. Интересно у людей жизнь. Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы. Боже мой, какой текст! Вот так всегда. На самом интересном месте.